Уровень регистрируемой безработицы в регионе к ноябрю составил 0,8%, сообщает пресс-служба администрации области. На учете в управлении труда и занятости на текущий момент стоят 3700 жителей региона. Эта цифра на 22,5% ниже аналогичного показателя за прошлый год. Статус безработного на сегодняшний день имеют чуть более 3000 орловчан. Почти столько же получает пособие по безработице. На фоне этих цифр любопытной кажется другая. Вакантных мест, о которых известна биржа труда, в нашей области насчитывается почти 9000.